написать, стримить. Но что-то все как-то не получалось. Я не буду говорить, где я был и что я делал. Мы взрослые люди, мы все понимаем. И, наверное, так делать нельзя, и... Ну, типа, я не с пустыми руками там, да, с подарком пришел. В перспективе будет очень много девочек. Ну, анимешных, но девочек. Короче, я хочу, чтобы мы разделили вместе этот пробный стрим по Genshin Impact. Я надеюсь, ты примешь своего блудного сына, и мы вместе походим по этому удивительному миру хентай, аниме девочек. Короче, всем привет. Это канал G-Games, меня зовут Гамбит. У нас сегодня будет Genshin Impact, это будет пробничий картель. Привет, Серега, привет. У тебя смайлик Айзик? Это круто, я хочу такого. Вот, короче, да, давайте побегаем по Genshin Impact. И я нашел свой старый аккаунт. Я его запускал первоначально. В общем, в день релиза игры я этот аккаунт запускал на плойке. Вот. Там сколько-то наиграно, но я надеюсь, немного. На другом аккаунте, который с ПК, я там набегал пару часов. И мне кажется, я заруинил все начало и все плохо. Здесь, надеюсь, наигран часик максимум. Вот. Да, Сергей у нас первый раз на Твиче. Это будет мой проводник. Это мой друг, коллега, и будет помогать, потому что я много чего не понимаю, честно скажу. Вот, поэтому помощь здесь мне не помешает. Вот. Вот, прошу понять и простить. Кто потом это увидит на других некоторых ресурсах, не обижайтесь. Ну, во-первых, сейчас время, блядь, начало второго, вторник. Вот, поэтому не хотел никого беспокоить по ночам. Поэтому сейчас просто я учусь играть. Давайте посмотрим, где я нахожусь вообще. Даже не запускал, просто ввел. Загрузка данных. Уф, посмотрим, как раз час. Смотрите-ка, ровно запустил, как хотел. Серьезно, просто знакомимся с игрой. И не делаем косяков, как я люблю. Начать путешествие. Загрузка. Забыл, как перестраиваться на ночные стримы, поэтому если что-то тихо либо громко, скажите мне. Я сделал пробничек, вроде бы... Я уже сделал пробничек. Вроде бы игра была по соотношению с моим голосом чуть потише, и это было... Нет, это самое начало. Вы прибыли сюда из другого мира. Но когда вы решили покинуть этот мир и отправиться в следующий, неизвестное божество встало на вашем пути. Это прям самое начало, кстати, отлично. Чужеземцы, ваше странствие закончится здесь. Отлично. Ты кто? Хранитель небесного порядка. Самоуправству человечеству пришел конец. Так оно бьет квадратом. Тут девочка и мальчик, сразу говорю. Брат и сестра, насколько я понимаю. Джойстик, успокойся. Очки упали. Так, вот начинаем сразу. Кто? Что надо выбирать? Надо, наверное, выбирать брата, правильно? Девочка прикольная, но кем лучше играть? Кто по лору должен спасать кого? По канону парень. Парень, значит парень. Это парень. Ты парень? Парень. Пусть ваше имя будет известно. Я согласен. Гампти. Нет. Тамби. Гамбит. Давайте так и оставим. Можно. Спасибо. Все понимаем. А еще что? Амин? Аминь? Он сказал аминь. Это очень религиозная игра, кстати, никаких шуток.
Сюда так будет реально лучше. Мы парень будем собирать девочек, чем девочка будет собирать девочек. Хотя я бы и на это не отказался посмотреть на самом деле. Так, она нас кубирует. Подожди, не уходи. Отпусти мою сестру. Плиз. Так известная богиня забрала мою сестру. Она наложила на меня какие-то магические узы, и я потерял все свои силы. Раньше мы путешествовали по разным мирам, но теперь застряли здесь. Так, мне нужно отключить геймпад. Геймпад, геймдев и госдеп. Сколько лет прошло? Я не знаю. Но я обязательно выясню. Я проснулся в этом мире в одиночестве, но через 2 месяца встретил тебя. Мне крупно повезло. Если бы не ты, я бы точно пошла ко дну. Паймон будет твоим лучшим проводником. Я буду стараться изо всех сил. Прикольно, да? Пора выдвигаться в путь. Так, мы девочку выловили из воды. Что? Что такое? Новости. Так, иноземная гастрономия, гастрономия, молитва, стихи. Это рекламки, да, пошли какие-то? Это пошли рекламки, игра. Окей, это мне ничего не надо, правильно? Используй кольцо мыши, чтобы привлечь камеру, отдалить. Хорошо, пожалуйста. Так, нажмите V, чтобы отслеживать задание. Пожалуйста. Нужно что сделать? Подойти к этой. Сейчас подойдем. Левый shift. Угу, пробил, чтобы прыгнуть. Удар, удар, удар. Ну, я же нажал V. Что ты хочешь? А, F. Куда ты делся? Он зарылся, что ли? Ну, очень приятно после мобильной версии, конечно, такую версию. Атака. Как-ка? Атака? Он вернется, да? Вот в платформерах вот эта штука называется дэш, рывок. И после рывка обычно удар становится сильнее. Здесь же этого нет. Я бы хотел. Кабан исчезает. Сфигать. Чтобы активировать точку телепортации, подойдите к ней и нажмите. Активирована точка телепортации. Нажмите на мини-карту в левом верхнем углу, чтобы открыть карту мира. Нажмите на открытую точку телепортации, чтобы переместиться в выбранную локацию. Хорошо. Так, М-к. М-к. Нет такой кнопки М-к. Кнопка М. Все, все понял. Пока что очень сложно. Шутка, шутка. Так, мы можем бить деревья и кусты, да? Секунду, правая кнопка мыши. А, так у нас рывок. Нафига тогда нужен shift вообще, если вот рывок. Уровистый рывок, отлично. Угу. Выносливость кончается безумно быстро. Ладно, мы бежим за... Как ее зовут? Пайман. Дальше дороги нет, похоже, тебе придется карабкаться. Когда карабкаешься, ты расходуешь выносливость, она постепенно будет восстанавливаться. Спасибо. Давай будем придерживаться запланированного маршрута. Наша цель – статуя семи архонтов. Так, какой именно из семи архонтов тебя интересует? Можно все посмотреть? Почему мне эта маленькая девочка указывает, я не понимаю. Тут в кустах ничего нет, кстати. Следы странника. Опыт приключений. Опыт персонажа. Мора, 975. Все понятно. Других пока нет, их только 2. Хорошо. О, вот. Мацутака. Ой, обожаю Мацутака. Вареная особо. Нажмите B, чтобы открыть инвентарь. Пожалуйста. B, инвентарь. Это наш меч. Так, Серег, сразу вопрос. Смотри, у нас есть же некоторые бонусы, да?
Когда я могу начинать их активизировать и получать разные вкусные плюшки, скажи мне? В начале или рано еще? Или уже прям можно? Так, Лилия Калла. Немножко неприятно, конечно, такие вещи читать, ну ладно. Рыба, 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 рыба. Стой, рыба. Ой, выносливость. Я забыл. Да. Бонус от хавчика. Нет, не про эти, не про эти, не про эти. Я про другие, про другие, про другие. А у нас же есть некоторые промокоды, которые мы заработали. Так, плавать аккуратно. За рыбой не плавать. Это смерть в нашем случае. Через меню, да? То есть мы сейчас можем это сделать? Настройки. Графика. Почему в окне? Почему средняя? Частота кадров 60. Все. Самое главное, частота кадров. Для меня это самое главное. И я не хочу размытия. Я не хочу размытия вообще. Учетка. Пам-пам-пам-пам-пам. Выйти из игры. Настройки. Учетная запись. Так, а я полю ее сейчас, да? Промокод. Итак. Ну куда? Ой, нет, вернись. Давайте промокод получить. Промокод получить. Сейчас, одну секунду. Я зайду кое-куда, чтобы найти там кое-что. Пам-пам-пам. Ой, как их много, слушай. Сейчас мы парочку забьем. Если они рабочие, да? Я так понимаю, они вообще в общем пользовании, да? Поэтому я думаю, тут ничего секретного я сейчас не ввожу. Обменять. Привычное время ожидания отклика сервера. Спасибо. Попробуем другое. Может, зря через капс пишу. Хотя здесь не забит у меня капсом. Ни хрена не происходит. Вот это последний пробуем. Если не работает, то и закончили на этом. Пробовать все подряд. Так, K4D. Ну давай. Так, Серега. Все пропало. Ничего не работает. Закончили. Ладно, без промокодов. Хотелось я немножко побаловать. Проще будет. Так я с телефона беру их. Надо было перезайти там, ладно. Мне заново вводить просто надо все данные. Окей. Нам нужно наверх залезть. Я здесь был. Я это помню. Гриб мы собрали. Оп. А я же могу прыгнуть туда. Навыки боя. Е-боя. Сырое мясо забираем. Какое ты там говорил достижение, чтобы кабан меня сбил, да? Собираем все. Так. Тут ничего нет. Так, куда мы идем? Как ее зовут? В общем, у меня одни вопросы. З.
золотой на карте, это что? Это одна эта девочка показывается, да? Как ее зовут? Пайман. Прошу прощения. Куда мы бежим? Сюда мы бежим. Статуя семи архонтов. Значит, мы бежим к ней. К этой статуе. О, это... Серег. Это ту, которую нужно отвезти домой, правильно? И за это мы получим радость. Куда она улетела? Надо лезть, да? Ты что, прикалываешься надо мной? Или у тебя шутка какая-то, что ли, не пойму? Ну? Фея, точно, фея. Могут заставить полазить. Ну, все, мы близко уже. Давай сундук, богиня моя. О, вау. Какая милота. Так, копье новичка. Превосходная руна усиления. Прямое, как флагшток. Печать анемы, мора. Платок целителя. Вот давайте-ка сразу изучать, что мы взяли и как это применяем. У нас есть артефакты. Этот артефакт. Платок целителя. Плюс 0. Класс. Кул. Крит урон 5,6. Это хорошо. Две звезды. Отлично. Целитель 0. Спасибо. Два предмета увеличивает. Четыре предмета увеличивают. У нас один предмет. Используется для фиксации волос на голове целителя во время лечения пациента. Также может использовать вместо бинтов, чтобы остановить кровотечение и зафиксировать сломанную руку. Видимо, надеть. Крит урон 5,6. Меня это полностью устраивает. Господи, как мальчик похож на девочку. А персонажи? Озвучил Зак Эгел. Что там? И Карин. Понятно, спасибо. Глаз бога нет. Звездный путник. Пришедший из другого мира в поисках семи архонтов. Путешественник, пытающийся вернуть свою секретаршу. Нет, сестренку. История. Хорошо. Характеристики. Спасибо. Оружие. Ух, какой ты злой. Так, а я правильно понимаю, те бонусы, которые мне надавали к той учетке, к этой учетке мне уже не дадут, да? Ну ладно. Ну и подумаешь. Не улучшать. Да нечем. Так, стоп. А мы же видели какое-то копье. А где оно? Оружие. Давай сменить. А мы же видели какой-то клинок, как флагшток был написано. Или мы не можем его использовать? Это не для нашего перса, правильно? Ну и ладно. На копейщику. Только что руду получил. Хорошо? Это хорошо. Что за руда? Угу. Руда усиления. А, это как раз усиливает оружие, да? Все, я все понял. Еда, чтобы готовить еду. Это что? Символ признания вольными ветрами города свободы можно обменять на особые предметы в Манштаде. В Манштанде. Это я понял. Да-да. Все. Я читаю эту игру. Господи. Я все понял. Но мы бежим вот туда, где светится луч какой-то в него бьет. Собрал гриб. Так, в пнях что-нибудь есть, нет? Понятно. Так, успокойся, парень. Слишком ты дерган. Я вижу сундук. Вижу сундук, иду к сундуку, давай. Он прыгать может. Обычная руда. Опять копье новичка. А чего вы мне копии-то даете? Я ведь не по копьям. Я вообще не особо люблю фаллические какие-то предметы заостренные. Кусты вонючие получаете. Этого я никогда не любил. А, вот же она где. Цветок сахарок. Отлично. А, все, вспомнил, надо плыть. Там сразу видно, да? Ну ладно. Мокрый. Плыви, пожалуйста, дружочек, молодец. Это же семи, да, архонтов? Нет?
Это не оно. Это что-то другое. Надо туда плыть. Слушай. Написано нет. Кто отмечен золотым? Взгляды с высоты. Вот. Мне сначала нужно залезть куда-то и посмотреть на все свысока. Понятно. Ладно. Или не свысока. Ну-ка, стой. Стой. Блин, у меня нет выносливости. Стой. Есть. Пост ящерицы собрал. Пригодится. Будем готовить, наверное, какой-нибудь суп из хвоста ящерицы. Или просто прикольный чехольчик. Для наших подружек. Ягода, 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 ягода. Так, там какая-то тоже ягода. Цветок, сахарок. Нам нужно, наверное, выше, но все сработало здесь. Для крафта нужен хвост. Угу. А вот и статуя семи архонтов. Все-таки это она. Просто я опередил события, да? Эти статуи можно найти по всему континенту. Они следят за тем, чтобы всюду царил мир и порядок. Этот архонт управляет ветрами. Мы зовем его Анемо... Как? Анемо Архонт. Не знаю, тот ли это архонт, что тебе нужен. Так, а выбора у меня нет. У меня первая сила будет ветер, да? Но у нас все равно есть весомая причина посетить его. Какая? Пролог, глава 1. Чужеземец, поймавший ветер. Новая глава. Окей. Как мы знаем, ветер разносит по миру слова и песни. Наверняка найдется кто-нибудь, кто слышал и о твоей сестре. Я так думаю. Мы переходим в режим «Я спросил у тополя, я спросил у ясеня», видимо, да? Поэтому давай поспешим. Так. Кто эта девочка? А, мы ее выловили из воды. Ну-ка, стой. Стой. Или надо убивать его? Я убью сейчас. Куда исчезаешь-то? О, ящерка, стой. Блять, извините. Видите, как я играю, да? Просто не нужно от меня убегать. И все. Эта девочка, это кто? Это... Или она летает? Это какое-то магическое существо, да? Ты можешь переплыть на другую сторону? Да, господи, серьезно. Надо убить, понятно. Типа того. Компаньон. Нет, ты понимаешь, что компаньон, а кто она вообще? Кто по жизни она? Чем дышит вообще? Ладно. Заряжаемся. Ничего, ничего. Мы все узнаем. Сейчас узнаем, сейчас разберемся. Отлично. Открыто Сидровое озеро, Манштаг, Шепчущий лес, озеро Звездопадов. Спасибо. Ранг приключений 2. О, чувствуешь мощь стихии этого мира? А, надо нажать. Чувствую. Ты всего лишь прикоснулся к статуе и сразу получил силу ветра. В этом мире силы стихий не достаются людям просто так. Так, думаю, я знаю, в чем дело. Не к добру. Думаю, я знаю, в чем дело, но я понятия не имею, в чем дело. Да, это все потому, что ты радум из другого мира. Сила аниме. Если мы продолжим идти на запад, то дойдем до Манштата, города свободы. А пойдем? Еще Монштадт. Монштадт называют городом ветра. Его жители поклоняются Анему Архонту. Как правильно, Анему, Анему. Может, теперь, когда Анему Архонт даровал тебе силу, стоит продолжить поиски в Манштадте, может быть. А еще в городе много бардов. Возможно, кто-то из них слышал о твоей сестре. Ну все, пойдем скорее. Стихии ответили на стихии ответили на твои мольбы. Паймон думает, что это хороший знак.
А я считаю, что говорить о себе в третьем лице это немножечко шизофрения. Нажмите Е, нажимаю. Зажмите Е для более сильной атаки. Зажимаю, но я зажимаю. Windblades. Ветряные лезвия. Ку. Взрыв стихии. Прикольно. Ку и Е. Да направить себя в ветер. Достижение. Яичница по-тайванц. По-тайвитански. Цыпленок в медовом соусе. Больше изображений. Давайте, больше на экран выводите. Нажмите Escape, чтобы открыть меню Paimon. Так, во-первых, достижение. Чудеса света. Направить тебя ветер. 5. Спасибо. Назад. Камень истока. 5. Хорошо. А, почта. Событие кушать подано. Получить 1000 трехзвездочных чего-то. Особый планер. Крылья дружбы. Получить один раз. Это 4 звезды. Награда за достижение 3 миллионов предрегистраций. Paimon. 10 тысяч монет, 10 штук, 5 еды, 10 книжек, 5 еды что-то, 10 кристаллов и 5 еды. Получить все. Спасибо. Все, не буду ничего удалять, пусть останется на память. Буду заходить перечитывать. Деньги Мора. Ну это понятно, это просто так уж. Нажмите C, чтобы открыть меню персонажа. Открываю. Открыл. Повышайте уровень персонажа, чтобы улучшить его характеристики. Серег. Будем ли мы повышать уровень сейчас или нет? Красные корки — это опыт. Угу. Опыт перса. Так, есть гардероб. Завершите задание уже сборе, чтобы открыть гардероб. Хорошо. Мы можем поднять его до 11 левела. Надо нам это или нет? Качай не помешает. До максимума? Или может быть... Смотри. Правильно ли я понимаю, что когда у меня будет команда 4 человек, мне нужно, чтобы они были примерно на среднем уровне. Потому что, насколько я понимаю, когда мы идем в какие-то подземелья, данжи, пропускать нас будут, исходя из среднего уровня персов. Правильно? Если у меня сейчас он будет 16-го, а в команде у меня появится, допустим, 2 уровень, соответственно, средний уровень для данжа должен быть, грубо говоря, 8-й. И то есть и так и будет считаться, да, и меня не пустят, допустим, на 10-й, правильно я понимаю? Желательно максимально возможный, причем всех, да? То есть плевать, качаем парня на максимум. Я тебе доверяю, если что, я потом тебя найду. Давай, подтвердить. Уровень 13. Подтвердить. Все, мы стали сильны, да? Оружие, в артефакт. Созвездие, таланты, эперсон. Окей. Левый альт, чтобы показать курсор, кликнуть, так, зажать левый альт. До этого я так не мог делать. Так, окей. Это просто здоровье, да? 300 хп. 32% хп плюс 1250 хп персонажу. 22% хп плюс 1200. Воскрешает персонажа и устанавливает ему 100 хп. Прикольно, оставляем. Уменьшает потребление выносливости всем членам. Уменьшает потребление выносливости всеми членами отряда во время спринта на 20% в течение 900 секунд. В совместном режиме этот эффект применяется только к вашему персонажу. Замечательно. Увеличивает защиту всех членов отряда на 107 единиц в течение 300 секунд. Хорошо. Оладушки топ. Вот эти вот. Манштанские оладушки. Хорошо. Но меня больше интересует воскрешение, потому что я планирую много-много умирать. Твои бафы, мои бафы. Ой, мои бафы. Так, у нас 2 копья одинаковых. Ну ладно, не будем пока трогать. А оружие мы качать не будем. Мы ждем 3 звезд, правильно? Ниже 3 звезд мы не качаем оружие. Так, это что? Это я могу я сейчас пойти купить себе девочек? Я хочу купить девочек. Магазин нет. Я хочу девочек. F3 нажму. F3 ничего не происходит. Нет, магазина нет. Время, настройки. Здесь магазин был. Его сейчас нет, значит не могу еще пока. Обучение.
Что чувствуешь, когда мама не покупает тебе новых девочек? Мокрый. Ну-ка. Стоп, стоп, стоп. Ты давай не уст... А, то есть мы можем плавать, у нас выносливость не кончается, да? Выносливость кончается в воде, когда мы ускоряемся, как черти. Понятно. Так, кому тут дать люлей? Кончается, да? Но очень медленно, походу. Ну-ка, стой, 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 мальчишка. Кто ты там? Тихо. Сырое мясо? А, всего лишь. Я думал, в тебе есть что-то большее, чем просто сырое мясо. Одуваны. Этих я знаю, этих я раскусил. Ешечка. Тихо, тихо, джойстик, тихо. О, дракон. Вау, что это такое? Что-то огромное только что пролетело в небе. Оно летело вглубь леса, надо быть осторожнее. Хорошо. Знаете что, дайте-ка я сейчас быстренько отключу достижения. Надо забрать эти достижения. Пойду-ка я выключу геймпад, потому что он плохо себя ведет. Он ведет себя без увлажнения. Иди-ка сюда-ка. Главное, сетевух не врубить. Сетевой кабель. Все. Дружочек мой. Иди-ка туда. Сырое мясо, редкая штука, вечно не хватает. Это Двалин. Двалин, дружочек мой. Двалин, вообще-то. Это гном из Хоббита. Двалин. Не надо мне врать сейчас. Помогаешь, помогай. Врать не надо. Двалин, Балин, как его, и другие. И другие. Так, путешественник и ветер. Развейте по ветру семена одуванчик с помощью анемо. С помощью анемо. Амино. Два достижения. Осталось еще штуки 3 максимум, я думаю. Так, там есть преступники. Негодяи, подлецы, ублюдки. Давайте-ка сюда. Все ко мне. Че стоим? Грустняшка. Винблейд. Озвучка прикольная, мне нравится. Эй, стоп, стоп, стоп. Спасибо, пожалуйста. До свидания, понаехали. Че за... Ты драки хочешь? Ты драки хочешь? Плохо. Я уйду. Ну-ка, иди сюда. Я подойду сейчас. Все. Что? Господи. Закатник. Ой, тихо. Так я что, могу ветром прям на обычный огонь кинуть, что ли, да? Ну-ка, подождите-ка. Ну-ка, подождите-ка. Или это не зашло? Так, по ощущениям, я что-то сделал, и мне это понравилось. Буду еще делать. Это прокатит. Хорошо. Так, есть пшеница. Мы станем фермерами. Вижу сундук. Рабочая штука на группе. Обычное руноусиление. Серег, еще вопрос. Есть ли мне смысл сейчас открывать интерактивную карту игры и по ней лазить? Или это пока рано, не имеет смысла? Так, они могут собрать? Пока не откроешь все, особо нет смысла. А что, что ты имеешь, что откроешь все? Открыть мир других мужчин? Открыть весь мир ты имеешь в виду или что? Или эту локацию открыть? О, эй, сюда, камон. Так, стоп, уходим. Да, конечно, да. Ты чем питаешься, дружок? Все. Все. Давай проверим. Да, маленький огонь какой-то идет. Приятный мне. Дойди хотя бы как на телефоне.
Не, не мир, а плюшки, тип магазин. Просто выполни пролог хотя бы. Я понял. Я выполню. Я для чего здесь сижу? По-твоему-то? Сейчас выполним. Так, ну-ка слезь. То есть, короче, бегать мне сейчас не надо. Надо просто идти по заданию, да? Ладно. А я, видишь, пошел тут. Ну-ка, бей. Все, бежим по заданию, значит. А, до уровня как на телефоне. Ну, там пятый уровень. Я туда уже не вернусь, все, это прошлое, это прошлое. Это как вода под мостом, я к этому не вернусь. Оп. Лишнего не будет. Так, что это такое? О, это девочка из этого. Успокойся, я вернулся. Это мальчик? Ладно, это его выбор. О чем она говорит? Он говорит с драконом? Это какой-то мальчик. Это разве мальчик? Это мальчик? А лучшая девочка в игре — это мальчик. А почему у нее косички-то? Нет, это не мальчик. Ты мальчик? Ух, меня чуть не сдуло. Вот он у трапов. Блин, да. К счастью, я успел ухватиться за твои волосы. Спасибо. Ей... Какой смысл с ней общаться? Можно ей погрубить или что? Не будем ей... Она... Но это для меня это маленький ребенок какой-то. Хорошо, что дракон нас не заметил. Что это было? Я думала, он нас съест. Это определенно связано с чудиком, который разговаривает с драконами. Как вы поняли, что это вообще мальчик, а? Тут все с драконами на «ты». Другие репки просто. А это еще что такое? Там какая-то красная штучка. Вон на том огромном булыжнике. Сейчас мы сходим, посмотрим. Тут все звуки. Так заканчивается жишка. Сейчас идем. Смотрите, что нашла Паймон. Сейчас посмотрим. Побежали. Алый кристалл. Я, конечно, не видел таких кристаллов. Я не знаю, что это. Давайте включим авто. Но выглядит оно зловеще. Давай заберем его с собой. Отличная идея. Славненько. А теперь пойдем отсюда. Ранг приключений 3. Сейчас пятый набрать. Фу, расплюнуть вообще. Гриб. Мальчик, слезь. А как его зовут? Как зовут? А, Гамбит. Да, это мы. Эй, вы, погодите. О, это Эмбер. Это я знаю, это у меня есть. Бывало. Угу. Да хранит вас ветер, путники. Я Эмбер, скаут Орда Фавонис. Фавониус. Вы не похожи на жителей Манштата? Представьтесь. Let me introduce myself. Нам не нужны неприятности. Все подозрительные личности так говорят. Здравствуй, меня зовут Гамбит. Это канал G-Games. Давай, поехали. Странное имя. Ты не из этих краев? Нет, я from Russia Federation. А это что за существо с тобой? Ей-богу, сам не знаю. Я из воды вытащил маленького ребенка, она со мной разговаривает, и мы, походу, друзья. Мы познакомились только пару месяцев назад. И меня могут посадить в каждую секунду вообще. Но уже стали лучшими друзьями, да-да-да-да-да. То есть вы путешествуете из Питера вдвоем? Недалеко от Манштата видели дракона. Будет лучше, если вы немедленно отправитесь в город. Я провожу вас. Здесь совсем недалеко. Что? Разве у тебя нет других дел? Конечно, есть. Не переживайте. Мне не составит труда обеспечить вашу безопасность. К тому же, и я еще не решила, можно ли доверять вам двоим. Так, ты нам не веришь, можно ли так, разве можно так обращаться с гостями?
Ты нам не веришь? Ой, наверное, мне не стоит разговаривать таким тоном. Я же рыцарь. Да, особенно твои ушки на голове подсказывают мне, что ты рыцарь. Примите мои извинения, незнакомцы, но... незнакомые, но почтенные путешественники. Звучит не очень искренне. Чем тебе не нравятся формулировки, рекомендованные руководством для рыцарей Орда Фавониус? Так, успокойся, малая, все нормально. Эмбер, 4 звезды. Это наша девочка теперь. Лук Эмбер идеально подходит для сражений на дальних дистанциях. Нажмите 2, чтобы выбрать Эмбер. Я выбрал Эмбер. R для прицельной стрельбы. В смысле? А что, я до этого что не так делал? R — это режим, правильно? Вот, теперь я целюсь и стреляю. Ну что, таинственные путешественники с неясным прошлым, что вы делаете? Я зря поджег сундук. Габит потерял свою сестру во время долгого путешествия. А я помогаю ему с поисками. Спасибо. Ищешь своих родных? Понятно. Так, убери лук. Точно, когда закончу своими делами, я помогу вам развести объявление по всему городу. Так, серебряный меч, превосходное усиление. А какие дела? Очень простые. Сейчас увидите. Хватит болтать. Просто левую кнопку зажимай для стрельбы. Но сначала R и левую кнопку. Нет. Еще раз. R и левой кнопкой. Все, я понял. R выйти из режима. Все окей. Нужна для пулемета. Без R. Ага. А что за пулемет? Вот так типа? C. Выберите персонажа. Сколько лет? Ладно. Таланты. Не кривляйся. Артефакты. Нет, подождите. Мы играем парнем. У нас как бы сейчас упор на него будет, да? Это что? Это цветок жизни. Это здоровье 258. Это 129. Ну, это две звезды, понятно. Надеть. Здесь что у нас? Карманы часы целителя, HP, HP, короче, 4-2%, 17 вроде, нормально. Ей повесить артефакт на крит урон. Почему ей? Я могу их переставлять, да? Подожди. А я могу перевесить, да? Поменять. А что такое-то? Поменяю. Хорошо. У меня еще есть ХП. Лучнику нужнее. Логично. Согласен. Кому ХПшку мы вешаем? Тому, у кого ее поменьше, значит девочки, правильно? Правильно я мыслю, нет? Так, у него один артефакт можно повесить. Наверное, вот однозвездочный. ХП лучше на ГГ. Ну ладно, не угадал. Окей. Надеть. Да. Да. Все, больше ничего. Ей мы дали... А, нет, стоп. Мы, получается, ей дали 2 на ХП-то, да? А вот это мы ей дадим. Надела? Успокоилась. Все, оружие. У нас ведь два теперь оружия, да? Вот, у нас новое. Мы его сменим. Просто сменим. Ближний бой, лучник, аки-снайпер. Логично, да-да-да. Почему-то вот здесь прям в этом забываю, в таких вещах. Ну, забываю в смысле включить голову, да? Подумать головой. Так, озвучивание. Jean will be upset if she catches us lazing around. Hey, there's something strange of... Oh no, it's raining. Now my uniform will get all wet. А зачем нам это надо? It's raining again. This will... Ладно. Мы это сделали. Мы идем... Так, а у нас горит почему-то здесь. Стоп, у нас горит знак восклицательный. Чем мы не сделали? А персонажа?
История. Спасибо. Опять горит. Не понимаю, почему. Все же нормально. Верхний левый... А, я камеры закрываю, да, верхний левый... Стоп, а давайте мне на камеру надо перевесить, да? Дайте я камеру сейчас перевешу немножко. Вот так, наверное, да? Стоп, в левом нижнем углу ведь чат, правильно? То есть я могу вот так повесить, и никому ничего не будет мешать, да? Так, наверное, удобнее. Те, что поболтаем, она будет говорить время от времени, пока активно. Уровень апнуть можно, вот shift, самое то, отлично. Так, апнуть уровень. Это здесь. Повысить уровень. А, точно. Чё, у нас 13 уровень гамбита, и, соответственно, эмбер у нас первый. Чё, повышаем эмбер или дальше фигачим гамбита повышаем? Хочешь увеличить своего гамбита? Мазь Никро Критом Прон. Ладно. Кого повышаем? Обоих развивай. Ну, соответственно, сейчас, значит, я поднимаю эмбер до уровня гамбита, правильно? Максимум 2. Ну, давайте. Уровень 2. Окей, подтвердить. Плюс 4, уровень 6. Но книжек не хватит. Ну, докуда смог. Мне их уравнивать... Давай, Серег, перефразируем. Мне их уравнять нужно в уровне? Или мне нужно поднять до 20-го гамбита, до 20-го эмбер? Как лучше, как правильней? Как ты считаешь? Джин будет upset, если она catches us lazing around like this. Сундук. Серебряный лотос целителя, обычная руда, превосходная руда усиления. Спасибо. Что там светилось? Пойду посмотрю. Что там светится? А, это был гриб. Все, спасибо. Лучше бык до 20-го. Ну все, значит, неважно, с кого я начинаю, неважно. Львиный зов, зев, львиный зов. Так, Эмбер, не болтай. Так, мне сюда. Подожди, она может идти просто? А, вот, ходьба. Прикольно. Цель находится где-то в этой области. Какая цель? Цель чего? Долейте бродячих хиличурлов. А, это хилич... Это хиличурлы. А могу потрогать ее? Могу. Эй, хиличурл, иди сюда. Стоп. А, нафига я подошел-то? Ой, плохо-плохо. Мое задание стоит в том, чтобы зачистить их лагерь. Все, пойдем зачищать. Ой, она убирает лук, самый молодец. Где эти хиличурлы? Наверху? Сейчас получат. А, вот они, да? Куда я стрельну-то вообще, непонятно. Бери оружие. Вообще-то Гвинблейд. А Гвинблейд тоже белый волк по-эльфийски, подождите. Все. То есть ты ждешь меня? Иди сюда. Отлично. Телепорт активировал, все. Фух, это было просто. Не ожидал, что ты умеешь так хорошо сражаться. Ты меня еще не... Спасибо за помощь. Было сложно. Будем выпендриваться? Давайте скажем, труднее, чем я думал. Кстати, откуда здесь вообще взялись хиличурлы? Хиличурлы. Для таких существ не свойственно селиться рядом с большими городами. Да, обычно они селятся в дикой местности. Но в последнее время дракон стал досаждать нам больше обычного. Сады вокруг города разрушены, это сильно повлияло на торговлю. Во время бури всегда есть ранены. Рыцари Ордов Авониус делают все возможное, чтобы защитить Манштадт, но нам все равно не хватает людей.
А эти назойливые создания стали развивать свои лагеря все ближе к городу? Именно. Поэтому зачистка этого лагеря сделала местность немного безопаснее. Следуйте за мной. Как рыцарь Орда Павониус, я должна обеспечить вам безопасный путь в город. Спасибо тебе. Так. Сундук. Опыт искателя приключений. Первый искатель приключений. Сейчас мы все разобьем, все соберем быстренько. Шишка, яблоко, орешки. Все берем. Все люблю. Закатник. Что такое закатник? Морковь, капуста. Продолжайте двигаться в Манштадт. Окей. Так, а что за здесь такое? Закатник фрукт. Перо повесить на кого-нибудь. А я не повесил перо? Новый артефакт. Что она делает? Сила атаки 8. Ну, давай на него надо повесить. Так, сил карту посмотреть. Что это такое? Храм Сокола. А, ну то нельзя. Так, эта точка телепортации, она активирована. Вот здесь не активирована. Но мы идем в этот Манштадт. Потому что нам туда надо. Хе. Иди-ка, не выпендривайся. Не в ту сторону. Не забудь активировать ТП. Тупую... Точку перемещения? Точку телепортации? Татулю. Что? ТП, что такое? Да, точка телепортации. Так, это девчуля. Угу, иди сюда. Давай приготовим Лин. Поговорим с Лин. Что бы мне еще такого приготовить? О, здравствуй. Вы здесь недавно? Мы путешествуем. А чем вот это вкусно пахнет? Добро пожаловать в Манштадт, путешественники. Меня зовут Лин, я инструктор по выживанию из гильдии Искателей Приключений. Как вы могли заметить, я здесь экспериментирую с новыми рецептами. Не путешественный голодный желудок. Первое правило из руководства по выживанию в дикой природе. Пикник? Вот что я люблю. Я люблю твикс. Мой друг тоже хорошо готовит. Я просто обожаю готовить. Хотел уже на огне, давай посмотрим, на что ты способен. Давай. Вместе готовить веселее. Согласен. У меня есть грибы и курица. Ты можешь найти их вон в той бочке. Попробуй приготовить куриный шашлычок с грибами. Так, товарное соседство нарушено, да? Грибы и курица в одной бочке? Ты нормальная, нет? Так, яблоко, исследователь, грибы, мясо, птицы. Улетел. Ну-ка, стойте, дайте-ка я разберусь. Слишком много здесь кустов. Мне это не нравится. Убрать все кусты. Построить храм. Извините, извините. Приготовить. Нажмите, чтобы открыть экран заготовки. Это заготовки. Отлично. Что надо сделать? Куриный шашлычок с грибами, да? Готовить. Приготовить вручную. Идеально, пожалуйста. Готовка. Хорошо. Подтвердить. Готовить вручную. Пожалуйста. Идеально. Готовить вручную. Пожалуйста. Идеально, естественно. Так, мясной стейк. Давайте приготовим тоже мясной стейк. Вручную. Как нефиг делать. Давайте еще раз. Нажимать на кнопку, это я могу. Давай. Еще. Я могу только весь день, всю ночь. Потом еще 2 дня подряд. Я царь. Все. Мания величия прокачана. Давайте поговорим. Лин, что, как дела? Эмбер, выбери. Прости, Серег. У нее какой-то бонус, да? Уже готово? Пахнет вкусно. Дай попробую. Жует. Странно жуешь. Спецблюдо. Сарямба. Это действительно вкусно, у тебя талант. Я же говорила, с такими навыками, как у тебя, стоит готовить более сложные блюда. У меня еще есть ингредиенты, возьми их в обмен на твой шашлычок. Ты хочешь дать мне еды за мой шашлычок?
Не переживайте, в дикой природе можно найти множество разных ингредиентов. Смотри внимательно по сторонам и себе под ноги. А еще ты можешь купить еду и ингредиенты в хорошем охотнике. Спасибо за совет. Эй, оставь немного шашлычков. Девочки, моих шашлычков хватит на всех. Это отвратительно. Эмбер. Что ты там еще? Где какие ингредиенты, ты сказал, можно посмотреть? Где у тебя еще? Где твои закрома? Больше мы ничего не можем приготовить, да? А, нет, можем, смотрите-ка. Тебе их дали уже, хорошо. А, шанскрит. Что мы хотим? Серег, что готовить? Что лучше? Куриный шашлычок, 8-10 хп, 800-1200. Так, яичница по-тайвацки, она... Шашлык. Шашлык готовите? Опять шашлык? Приготовить вручную. Идеально. Последний раз готовим идеально. Открыта быстрая готовка. Куриный шашлычок. Быстрая готовка. На цыпленка не хватит. То есть фигачим все 8 порций шашлыка? Правильно я понимаю? Жду подтверждения. Оставь пока. То есть не готовить. Выходим, да? А почему он-то готовит? Она же должна готовить. Мы выходим. Пригодится еще. Окей. Все, с Лин мы поговорили, да? Она поела нашего шашлычка и больше ничего не хочет. Пусть будет счастлива. Я видел голуби. Или птицы-то все? Я уже заряженный. Стрелять. Голуби на мосту. Помню. Мясо птицы. Мясо, птицы. Да, пойдемте. С таким... Мы меняем персонажа со звуком, как будто бы мы что-то пьем из какой-то колбы вообще. Манштадт. Ранг 4. Что такое? Что за помехи? Алло. Ну-ка загружайся. Что за фигня? Добро пожаловать в город ветра, свободы и одуванчиков. Манштадт. Город, в котором за вашу безопасность отвечает Ордо Фавониус. Наконец-то можно будет поспать в настоящей кровати с настоящим мужчиной. Но горожане у вас выглядят как-то не очень счастливыми. Все переживают из-за этого дракона, ужаса, бури. Но все будет хорошо, потому что у нас есть Джин. Джин? Действующий магистр Ордо Фавониус и главный защитник Манштадта. Когда Джин с нами, можно ничего не бояться, даже ужаса, бури. Похоже, этот Джин важная шишка. Надеюсь, он сможет рассказать мне об Анне Мархонте. Мы это выберем. Кстати, Камид, перед тем, как мы пойдем в штаб Ордо Фавониус, я хочу подарить тебе кое-что. Я весь во внимании. Это награда за помощь с хиличурлами. Эй, а я разве не заслужила награду? Ну, тебе эта награда ни к чему. Но у меня есть для тебя традиционное манштадтское угощение. Медовое мясо с морковкой. Медовое мясо с морковкой. Но сначала мы поднимемся в верхнюю часть города. Меню заданий. Открыли. Итак. Нажмите «Отслеживать цель», чтобы увидеть направление до текущего задания. Ну, нажал. Камень стока, вот персонажа, мор, изогнутый лук, обычная руда усиления. Как я так понимаю, изогнутый лук, это ведь очень хорошо. Так, Паймон много жрет. Мы делаем такой вывод. Так, оружие. Сменить. О! Трехзвездочное. Мы его берем, да? Изогнутый лук.
Хорошечно. Так, Серег, мы идем к девочке к этой? Катерине. К звездам и к бездным. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Да, бери. Да, отлично. Награды ранга приключений. Давай-ка нам, накидывай. Так, 10 тысяч. Мара, мора, мора. 3 и 5. Хорошо, собрать награды. Мора, опыт странника, превосходная руда У. У. Еще У. Так, тут уже это. У, с едой еще. Все, 4 ранг. Мы взяли. Так, а что с ней еще можно поговорить? Я понял, замолчи. Кто вы? Я секретарь гильдии искателей приключений Катерина. Я назначаю искателей приключений на задания и отвечаю за информационную поддержку. Гильдия искателей приключений работает круглый год, без перерывов и выходных. А чем именно занимается гильдия? Наша гильдия оказывает поддержку искателям приключений на территории 7 королевств. Мы помогаем новичкам скорее привыкнуть к жизни искателей приключений, а также содействуем ветеранам нашей гильдии. Разветвленная и динамическая социальная структура гильдии позволяет быстро и эффективно назначить... Такое ощущение, что я слушаю предвыборную кампанию Единой Пруссии. Что за фигня? Спасибо большое. До свидания. Так, девочка с алмазом. Марджери. Усиление. Так, мы должны с ней стать ближе. Ой, убери руку с груди. Приветствую. Каждый товар здесь по-своему уникальный, поэтому мы не торгуемся и не возвращаем деньги. А что это? Изучить товары. Ох, как жаль, но пока что магазин закрыт на ремонт. Не забудь заглянуть в следующий раз, когда наш товар для тебя... Все, ничего не слышу. Телепорт чуть выше, не пропусти. Лишь таверна на углу процветает, у них дела стали идти даже лучше, чем раньше. Я вижу телепорт. Я иду к ним. Так, ты чё? Тиммейт. Тиммейт. Не работает у тебя магазин, не ври мне. Ой, я его еще и огнем ударил. Нажмите М, чтобы открыть карту, пожалуйста. Точку есть телепортации, не буду выбирать. Мы пешком дойдем. Я знаю, куда мне идти. Вот сюда. А потом... Вот сюда. Прыгай. Прыгай. Отлично. Тихо, 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 не разбейся только. Второй телепорт на крыше. Вот этот вот, да? Ну, точно крыша? Так, поговорить надо, наверное, да? Ты как раз вовремя. Вот, послушай. Сегодня вечером я спою для вас... Ух, не получается, как только представляю себя на сцене, как сразу начинаю заикаться. Заикаться? Я репетирую перед первым выступлением. Как же я переживаю. С речью у меня проблем нет, но только представляю себя на сцене, как сразу язык заплетается. Но ради своей мечты я буду стараться еще сильнее. Расскажи мне о своей мечте. Я с детства мечтала стать бардом. Но родители всегда были против, мол, никакого стабильного дохода. Хотели, чтобы я стал ученым, но меня от науки воротит. Меня в то время закрывали в комнате и заставляли учиться, и только когда за окном пели барды, мне было радостно. С тех пор я всем сердцем хотела стать бардом, пускай это мне это будет стоить отношений с родителями, но попробовать я обязана. Раз уж я выбрала этот путь, никакие преграды меня не остановят, даже заикание у меня все получится. Что за мотивирующие речи мы прочитали? Я думал, со всеми что-то важное. Все что-то расскажут. Так, второй телепорт. Надо сюда идти. Надо туда идти. Прямо на самую крышу надо залезть? Так я умру. Я сейчас умру. Тихо, не умер. Давай, маленько осталось. Давай, 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 давай. Есть. Я молодец. Сундук. Искатель приключений, обычная усиленная руда. Ебой. Только не говорит мне, что я залез не на ту крышу.
Еще сундук. Роскошный сундук. Волшебная. Одну секундочку, одну секундочку. А, я думал, это золотой, это не золотой, да? Волшебная ТТ, изогнутый лук, боевая маска берсерка. Карманный гримуар, карманные часы целителя. Но, наверное, это неплохо, что я подобрал, да? Ну-ка, слезь-ка. Сергей, только не говори, что ты этого не знал. Телепорт рядом. Есть. Надо было ударить, да? Знал. Вот ты мог соврать, что не знал? Мог бы и соврать. А, так не залезу, да? Да все, прыгай вниз. Здесь есть что-нибудь? А, здесь нет. Ебой. Давай вниз. Сейчас, сейчас, сейчас. Я же ассасин. Умру? Если прыгну или не умру? Лучше, лучше лететь. Так я не умею летать. Ты сказал, лучше лети, я полетел. Прямо? Нет. 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 Я умер. А это живой. Сейчас будет катсцена, и все будет нормально, да? Ладно, еще не дали. Да-да-да. А вот и обещанная награда. Планер. Спасибо. Такие есть у каждого скаута. Да и жители Манштата любят парить на ветру. Я привела тебя сюда для того, чтобы ты мог испытать его прямо сейчас. Тебе очень нравится парить на ветру, да? Да, конечно, ветер это мой, это сердце Манштата. Ладно, хватит болтать. Время парить. У меня жижка закончилась, не могу я парить. Это очень легко, просто следуй моим инструкциям. Давай. Опасно соблюдать осторожность. Нажмите пробел. Нажал. Эмбер летит к Эмбер, я правильно понимаю, да? Ранг включения 5. Что происходит? Дракон летит, чё? Всё ж понятно. Но Эмбер минус 20 к расходу выносливости при полете, это ее пассивка. То есть лучше ей парить, да? Нас приняли, если Эмбер... И она на всю команду, если Эмбер в тиме. Ага. Принял. Все, мы летим. Паймон. Самый лучший компаньон. Это, наверное, по мнению Паймон. Или Паймон. Так, у меня еще мало здоровья, кстати. Нажимать. Сосредоточься, схватись за ветер и обуздай его энергию. Все,
все, хватаюсь, обуздаю, обуздываю. Стапит. Я просто упал ему на хвост, правильно? Ой, прям сочельник, да? Ну, сейчас мы прострелим ему крылышки, да, я так понимаю. Клювик, тело и все. Ебой. Нажать на лапе, чтобы другой совет. Хорошо, будем считать все советы. Пятый уровень. Откроется магазин. А что это значит? У нас сейчас будут девочки. А может, эти мальчики. Точки, в которые вы можете телепортироваться. Легкий способ. Манштадт. Готовка. Угу. 5 РП, я про что и говорю. Ты в порядке? Так, сними серьгу из уха, пожалуйста. Мальчишка. Еще мальчишка. Сила, способная противостоять дракону. Новый союзник? Или новый шторм? Или новая буря? Ужас бури. На этот раз он напал на сам город. Кея, Гамбит, вы появились вовремя. Мы должны... Постой, Эмбер. Мне кажется, ты забыла нас познакомить. Да, точно, это Кея. Кая. Она говорит Кая. Наш капитан кавалерии. А это Гамбит и Пайман. Путешественники из очень далеких мест. Из далеких мест? И это все, что ты о них знаешь? Если вкратце... Вот оно как. Ну что ж, добро пожаловать в Манштадт, путешественники. К сожалению, сейчас не самое подходящее время для туристов. Я понимаю, как тяжела может быть разлука с семьей, но мне не совсем ясно, зачем тебе нужен Анема Архонт. Однако у каждого есть свои секреты, не так ли? Конечно, я не собираюсь устраивать допрос. Я просто хочу поблагодарить тебя от лица рыцарей Орда Фавониус. Но не будем просить награду, скажем, не мог же я просто остаться в стороне. Манштадтцы видели, как ты прогнал дракона от стен города. Действующий магистр рыцарей Орда Фавониус хотел бы поговорить с тобой. Прошу немедленно направиться в здание штаба. Пойдем. Чё ты? Гардероб. Собирайте уникальные планеры и костюмы, чтобы изменить облик вашего героя. Давай, нажмем. Гардероб. Так, это не можем покрутить. Это что у нас есть? Такой. Есть такой. Такого нет. Так, ну либо черные, либо синие с белым. Мне нравятся вот такие. То есть, которые есть. Пусть они и будут. Так, а персонаж что-то новенькое мы узнали, наверное, да? Озвучивание. То мальчика голос, то девочки голос. Непонятно. Артефакты. Мастерство стихии давай наденем. Здесь что у нас? Сила атаки. Плюс 7 и HP 5-7. Давай наденем. Плохо, что они сами при этом визуально не меняются. Я бы их еще и поменял, конечно. Я потерял мышку. Нашел артефакты. Так, это одинаковые, что ли? Да. Без разницы. А, нет, она была пустая. Все правильно. Там же подписано. Я же посмотрел. Все нормально. Так, ну что, магазин? Так, достижение. 5. Камень истока. А, почта. Опрос про Genshin Impact. Я его проходил в той учетке. Я попозже пройду. Там не так бы там, ну, не очень быстро. Там некоторые придется подумать. Где магазин? Не появился? Я слепой? Еще раз. Я слепой? Отряд, друзья, достижение, архив, задание, инвентарь, персонаж, архив, карта, события, сообщество, поддержка. Нету.
Чё-то нема. Наверное, я должен сейчас прийти поговорить, и он появится. Надо сходить пообщаться просто. Зря я, да, надо сюда идти, наверное. Похоже, что это штаб орда Фавониус. Пойдем скорее, пойдем. Видишь, даже если не туда, я очень быстро могу перестроить свой маршрут. И пойти куда нужно. Так, откуда у меня столько стаканов здесь стоит, а? Кто-то тут пьет все время что-то, Успокойся, Джин. Мы же договорились, что они придут сюда. Драконы видели вблизи от города. После встречи мы должны немедленно... Не переживай, я помогу вам, если потребуется. Я привел их, Джин. Вот и Джин, и Лиза. А потом я привел их сюда. У него повисла трансляция. Так, потом привел сюда. Окей, Серег, если ты слышишь и видишь меня, напиши что-нибудь. Манштадт благодарен ветрам, что принесли вас сюда. Все норм, у меня просто подвисает почему-то. Меня зовут Джина, действующий магистр орда Фавониус, а это Лиза, наш библиотекарь. Прикольный библиотекарь. Я бы, конечно, почитал бы. Хотел шутку про переплет, и... Нет, не надо лучше. Милашки, вы пришли, чтобы спасти нас. Вы такие сладенькие. Что? Что? Жаль, что вы появились в такое время. Ужас бури пробудился и с тех пор постоянно досаждает нам. Дракон нарушил потоки стихии в Манштадте. Некогда упорядоченные элементы и артерии земли стали похожи на клубок ниток, с которым игрался котенок. Для магов это худшее, что может произойти. Еще чуть-чуть, и меня разорвет на миллионы маленьких частичек. Как и переплет той книжки... Тихо. Извините, пожалуйста, больше такого не повторится. Все, что мы можем сделать на данный момент, это расклеить по городу объявление о пропаже твоей сестры. Сейчас все наши силы уходят на борьбу с драконом. Прошу тебя, задержись в Манштадте на некоторое время. Мы обязательно поможем тебе найти сестру. Так, где я могу? Не могу. Да мы кого будем отыгрывать? Типа, мы такие благородные, хорошие, и, пожалуйста... Идите все в нашу команду. Паймон тоже хочет помочь. Славно, нам нужен план. Теперь, когда ужас бури летает прямо над городом, у нас наконец появился шанс положить этому конец. Лиза выяснила, откуда дракон черпает свою силу. И откуда же? Ты найдешь их в заброшенном храме четырех ветров. Эта сила позволяет ему создавать такие разрушительные ураганы. Наша цель — разобраться с тремя храмами. Надеюсь, мне не нужно объяснять, почему только с тремя. Почему? Наверное, в Манштадте так принято, как и в Ваканде. Рыцари, времени у нас мало. Буря усиливается, и на этот раз мы не сможем просто переждать ее. Мы должны действовать сейчас. Немедленно направляемся в руины заброшенного храма. Бежим. Магазин. Пусть накопленный вами звездная пыль и звездный блеск примут. Спасибо большое, я не дочитал. Молитвы. Загадайте свои желания ночному небу, укутанному звездной пеленой, и молитесь. Спасибо. Будем разговаривать с кем-нибудь или нет? F3, чтобы исполнить молитву. Давайте нажмем F3. Попробуй промокоды. Сейчас попробовать. Давай начнем с них. Это время. Это не то. Подожди. Настройки. Учетная запись. Промокод получить. Тогда секунду. Тогда сейчас перейду на другой экран. И попробую все это дело скопировать. Да-да-да. Тихо-тихо. В
Можешь поговорить, но смысла немного. Окей. Тогда займемся промокодами. Промокодами. Нет, ничего. Это был первый промокод. Следующий. Обмен еще недоступен. Превышено время ожидания ключа от сервера. Ну. Последний. Солидарен. Какая-то херня. Может, время прошло. Может, уже какое-то обновление вышло. Ну, мало ли что. Не работает. Ну и ладно. Ну и ладненько. Короче, мы и куда идем? Так, почта, это опять этот опрос. Угу. Идем в молитву, да? F3. Итак, у нас есть 11. У нас есть вариант выбить на L. Этого нет варианта. Вот смотри, если мы помолимся 10 раз, мы можем выбить кого-то из этих. Правильно я понимаю? Если здесь 10 раз, то мы можем выбить и, скорее всего, выбить на L. Правильно? На L. Ну давай. Молиться 10 раз. Так, меч драконьей крови, 3 звезды. Дальше. Черная кисть, 3 звезды. Дубина переговоров, 3 звезды. Металлическая тень, 3 звезды. Дубина переговоров, 3 звезды. Эпос о драконоборцах, 3 звезды. Эпос о драконоборцах, 3 звезды. Ноэль. 4 звезды. Отличненько. И лук. Клятва стрелка. 3 звезды. Меч небесного всадника. 3 звезды. Хорошо. Ноэль. Горничная орда Фавониус, которая страстно мечтает однажды пополнить ряды ордена. Таланты. Стесняшка. Стесняшка. Окей. Бонус 35 звездная пыль. Так. На Эмбер. Что на Эмбер? 5 шанс крайне мало. У 4, да, будет 100%. Купи крутки лук. Купи крутки лук. Так, купить крутки. Надо в магазин идти. И это камни истока, да? Что мы покупаем? Судьбоносные встречи еще, да? Звездная пыль. Мы можем купить судьбоносные встречи и здесь, правильно? То есть покупаем вот это. Да. И покупаем вот это. Да. Да. Потом мы идем, отсюда выходим. И мы идем куда? Что мы делаем? Мы покупаем здесь 5 штук. Или мы копим еще 8, еще 3 штуки на эту. Лучше на эту. То есть мы копим, правильно? Мы не можем сейчас купить. Ладно. Так, ну все, у нас так в отряде, эти не в отряде. Все, замолчи. Все, всем спасибо. Я забираю у вас книжки здесь.
Все, спасибо большое. Ваши книжки, мои книжки теперь. Так, все разошлись. Мне нужно будет их читать, нет? Просто могу забрать. Ну вот и все. Я нашел свое место. Так, здесь что-нибудь есть? Могу что-нибудь разбить? Жалко. Так, пойдемте наверх. Спасибо. Невидимая стена. Так, а что у нас все горит, все мигает? Так, артефакты. Ну, на одень эту. Надень. А персонажи. История. Обязательно почитаем когда-нибудь озвучивание. Так. Давайте определяться по оружию. Мы же что-то новое-то выбили все равно, трехзвездочное, да? Вот это мы наденем. Что ты делаешь? Мини. Так, Эмбер. Так, мышонок, ты что творишь-то? Ну-ка, давай просыпайся. Эмбер, Эмбер, Эмбер. У нас клятва стрелка, изогнутый лук, изогнутый лук. То есть мы прокачиваем это 10,2 хп, это крит урон. Вот это мы надеваем. Меняй клятву. Надень клятву. Ну все, я правильно. Я понял, видишь, я шарю. Я шарю. Все, я уже, я профи. Сменить. Так, базовая атака 39, сила атаки 7,7. 38, 39, 77. Металлическая тень. Что лучше? Дубина? Нет, лучше дубина, потому что мы можем ее сейчас разбудить, правильно? Ой. Она сначала надо надеть, наверное, надо, да? Сменить. Улучшить. Пробудить. Идентичное оружие. Пожалуйста, пробудить. Да? Она на силу атаки. Подтвердить. Еще пробудить. Больше нет. Все, девочка у нас с дубиной. Характеристики, созвездие, па-пам-пам-пам. Все, все молодцы. Ну-ка, Эмбер. И Ноэль. 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 Да, конечно. Качай оружие. Какое? Чье? Всем по чуть-чуть? Или как? Посмотрите экипированное оружие. Улучшить. Пробудить детали. Эмбер и Ноэль. Чем улучшаем, кристаллами? Все первые, вторые вкидывай. Вот тут надо тогда рассчитать, как, что мы делаем. Допустим. Это тоже гримуар или что это такое? Карманный гримуар тоже вкидываем? Что-то заполнено. Кристалл тоже можно. Приступить. Так, дубина 6 уровня. Подождите, не будем торопиться. Так, у нас у парня какое, у главного героя, это какое оружие улучшить? Первый уровень. Будет второй. Третий. Четвертый, пятый, шестой. Сейчас будем очень аккуратно все поднимать до 6. Сначала, уже 7, извините. Бывает, теперь Эмбер. Улучшить. Улучшаем. Какого сейчас на уровне? Первого, наверное, да?
То есть тоже будет 7-го. Чтобы было понимание, да? Плюс 6, а не 6. Я понял. Я профи, я же говорил. Я все знаю. Ладно. Качаем до 10 уровня. Все оружие. Плюс 1, плюс 2, плюс 3. 10 уровень. Глядите-ка, как все правильно посчитано, да? Удивительно. Эмбер. Хватит, не хватит. 3. Качаем. 10 уровень. Отлично. Мне нравится. Теперь Ноэль. Я понял. 4. Приступить. 10 уровень. Так, кем я буду чаще играть? ГГшкой или Ноэль? Вот все равно, вот в итоге кем? ГГшком, наверное, буду больше играть, правильно? Или Ноэль? Наоборот, ГГ, да? Это максимум. Тогда я качаю его до максимума, наверное, да? Что такое? Ну, возврати мне. Новый уровень. Хорошо. Получено. Спасибо. Буду качать всех. Не прогадаем. Это я сам решил. Все, оружие кое-как прокачано. А что у нас столько этих... Так, как там надо-то? Вот, это что? Это встретить Эмбер у входа в храм. Хорошо. Так, это что у меня такое мигает тут? Иноземная гастрономия, опыт... Понял, тестовый забег. Это задание на джей открывается. Угу. Проходить это, не проходить сейчас. Есть ли смысл сейчас это проходить, Серег? Дневник F не факт. Ну, вот горячие кнопки-то это я понял. Нет, дневник не открыт, задание открыто. Пожалуйста, это я понял. Там недолго. Окей. Не то нажал. Начать испытание. Компас F5. Оп. Оп. Так, могу я здесь нажать паузу? Она будет... Она поставит на паузу игру или не поставит, если здесь... Ой, я могу ничего не нажимать, да? Мне нужно 5 минут перерывчик. 4, 3, 2, 1. 3 минутки перерывчик хочу. Я не понимаю... Но я пойму. Сейчас на паузе. Ну вот я и радуюсь этому. Так, оставлю на паузе. Просто вот исчезну и выключу звук. Все, пару минут и продолжаем.
Нажал не туда. Бывает. Так, поехали. Подбрасывает врагов, но не позволяет ему взлетать высоко. Ему это мальчик. Начать испытание. Так, я, мне кажется, его проходил. Так, стоп. Ой, нет. Тогда... Секунду. Так, нужно победить 25 врагов. Хорошо. Я все делаю правильно или нет? Так, надо уворачиваться еще, да? Я думаю, это важно. Так, это какой-то сильный, да? Так, ну давайте Ку, наверное. Что-то с ним проблемы какие-то у меня, да, возникают. Уходим. Секунду. Уходим, 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 уходим. В зоне поражения я вижу. А, надо, короче, что-то делать, я так понимаю, да? Ах ты говно. Ах ты говно. Надо было сразу так сделать, да? Ну, зажали, добиваем, 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 добиваем. Все? Есть. Так, сейчас, секунду. Пам-пам-пам. Все. Так, вроде я вернулся. Повторить испытание, покинуть уровень. Испытание завершено. Вы можете покинуть подземелье сейчас и получить награду. Но, видимо, покинуть. Так, Сергей. Ты здесь, не здесь? Здесь. Все. Так, я могу там три испытания пройти, правильно? Я понимаю. Я прошел только одно. Это не то. Получить. Спасибо. Так, это безобидная карамелька. Безобидная карамелька. Выполните испытание пробного уровня персонажа Сахароза, чтобы получить 6 книжек. Начать испытание. Проходим. Сахароза специализируется на использовании элемента анему для контроля расположения противников. Ее элементальный навык способен собрать врагов в одном месте, в то время как ее взрыв стихии привлекает врагов, периодически атакуя их, охватывающим большую часть волнами анемо. Анемо. Большую, наверное. Для облегчения испытания взрыва стихии персонажа в пробном уровне будут выпадать дополнительные элементальные сферы. Так, чё, Твич, алё, ты где? Ну-ка, закройся-ка, все. Вот у меня второй раз такая фигня. Сегодня днем, когда я смотрел трансляцию Артеля, у меня такая же была фигня. Twitch не хочет нормально работать на телефоне. Когда у меня запущена студия на компьютере,
На телефоне она какую-то фигню делает. Все идет. Тебе будет давать больше энергии для ульты. Хорошо. Почему прошлые трансляции? Что за фигня, господи, я не понимаю. Все, появилось. Ура. Мы готовы. Так. Давайте. Так, мы как бы тоже, по сути, дальнобой, да? Так, этих мы можем тогда бить? Я думаю, можем, да? Так, мы их еще и отталкиваем, да? Да добивай ты уже, господи. Так, ну давайте-ка, давайте сейчас будем вот так делать. А, у нас несколько персонажей. Че, я туплю-то? Уходим. Есть. Подождите. Уходите. Давайте попробуем на двоечку. Так, мне надо выйти, да, из этого? Не зря это близко. Еще проще. Возьми других аномаг, ультуй, ультую, покинуть. Мы сделали это. И третий сейчас у нас получается, да? Третье задание. Все получается. Ничего сложного. Но оно упрощенное, это же как-то типа попробуйте-ка других персонажей. Вам понравится, да? Это же так работает. Получить... И последнее. Выполнить испытание пробного уровня персонажа Razer для получения, чтобы получить три вот этого. Давайте. Уметь играть надо. Я умею, я научился. Ну, она должна зонить. Она должна четко зонить всех. При применении элементального навыка Razer разрывает находящихся перед ним врагов и получает символ Электро. При долгом нажатии он наносит урон по площади и тратит символы Электро, превращая их в элементальную энергию. Взрыв стихии пробуждает его внутреннего волка, который... Это мальчик тоже, да? Который сражается вместе с Razer'ом и повышает скорость атаки. Для облегчения испытания взрыва стихии персонажа на пробном уровне будут впадать дополнительные, понятно. Бляшки-матяшки, нет такого слова. Случайно нажал. Поехали. Так, ага. О, прикольно выглядит. Вот появился, да? Ну-ка, давайте-ка двоечку. Кушечка. Ешечка. Сейчас она взорвется, да, там эта штука? Уходим. Подождите. Достижение последний танец. Спасибо. Так, я еще Е нажимаю. Все. Ты раз Е, потом ультуй. Да. Все. Мы все сделали. Молодцы. Молодцы.
Ну вот как тест новых персонажей выкупаю. Окей, мне нора. Я бы так всех посмотрел. Получить. Все. А то, что я все сделал, я могу еще какой-нибудь бонус за это получить. Максимальный бонус хочу. Так, заданница наша. Ветра прошлого. Мы его отслеживаем, все окей. Так, теперь у нас здесь что-то висит. У нас есть достижение. Победитель. Получить 5. Спасибо. Окей. Магазин. Почта. Почта. Помню магазин. А что в магазине? А нам предлагают что-то купить, да? Так, мы не можем это купить. Звездная пыль. Мы не можем это купить. Камни истока. Мы не можем это купить. Пополнение кристаллов. Ну, ага, ага. Сейчас, конечно. Да-да. Разбежались. Окей. Почему там у меня теперь здесь что-то мне мигает? Что здесь не так? Что ты хочешь? Повысить уровень. А, опять можем повысить уровень. У нас уровень 14, да? 8, 1. Повышаем уровень, наверное, мы... Ой, как много всего. 13. Давайте подтвердим. 12 тысяч потратили. 14 уровень. Окей. 14, 8. Давайте. Давайте, давайте. Повысим, наверное, гамбита мы на максимум, да, сейчас? Если получится. Плюс 6 уровней нам надо. 9 тысяч. Все деньги трачу, а? Все деньги трачу. Как ведьмаки на алхимию. Пожалуйста. Не хватает. Ну и ладно. 19 уровень пусть будет. Все. Это мы сделали. Все, мы идем по заданию. Правильно я понимаю? Ебой. Так, а по карте посмотрим, давайте, где задание. Еще раз. Вот здесь. Можем телепортироваться, правильно? Телепорт. Так, Серег, вопрос. Телепорт у нас что-то забирает или нет? Мы тратим что-то на телепорт или это просто перемещение? Эмбер, привет. Вот он, один из заброшенных храмов четырех ветров. Эти храмы пустуют уже давно. Жители Манштата сюда не ходят. Есть вероятность, что внутри нас ждут Хиличур, Хачапури. Даже Урзбури покинул свой храм. Урзбури? Да. В это сложно поверить, но когда-то Урзбури был одним из хранителей четырех ветров. Не может быть. Так ты не ори. Погоди, ты тоже это почувствовал? Реакция? С этим ветром что-то не так. Надо проверить гамбит. Осторожнее, я чувствую присутствие дракона. Малая, не бойся, мы идем. Трать только твое время ожидания. Бонсуа. Одиночный режим. Видимо, да. А... Ну да. Начать. Начать, так сказать. Так, ну мы здесь были с телефона, скажем так. Ставь-ка ключ, открой дверь, иди вперед, не останавливайся. Я помню. Это я помню, надо стрелять. Ой, зря поджег, да? А, не поджег, все нормально. Мясо птица, опыт странника, опыт искателя приключений. Хорошо. Угу. Где? Маловато. Используйте чувство стихии, чтобы увидеть стихийные характеристики разных объектов. Каждый элемент выделяется своим цветом. Зеленый цвет символизирует элемент дендра, который можно поджечь с помощью пиро.
Деревянные щиты противников относятся к элементу дендра. Их можно пожечь с помощью пироатак. Это лишит их защиты. А, спасибо. Как это... А, это... Угу. Все, я понял. Ой-ой-ой. Так я не хотел делать. Так я же поджег. А, поджег. Все нормально. Чего? Сейчас использую секретное оружие. Подожди секунду, сейчас все сделаем. Давай вкачаем до 20-го. Макс, подтвердите, подтвердите. 20-й. Все. Так, 8-я, читайте, это повысим. Подтвердите. Все, вкачались. Редис, картофель будем готовить. Ничего нет. Сундук. Опыт искателя приключений, карманные часы целителя. Так, можем еще раз прокачаться, так не да? Зря, я понял, о чем ты зря. О том, что я большой опыт потратил на пол уровня. Надо было больше сделать, я понял. Я сначала сделал, а потом подумал. Девятый уровень. Хорошо. Так, артефакт у нас появился у девчоночки. Что ты хочешь? Что ты хочешь новое? На, надень. Хоть нравится тебе, надевай. Надевай, не стесняйся. Так, Эмбер у нас атака хорошая есть. Мы ее сохраним. На всякие бонусняки. Там сундук. Вижу, вижу. Опыт странника. Тоже на Эмбер, я думаю. Бочки с порохом, бочки с порохом. Well, а у вас что, щиты? Ну-ка, подождите-ка. А, стоп, идите сюда. Как я слабоватенькая ульта, я хотел посильнее, побольше, почаще. Стой. Плохо. Уходим. Подождите, я хочу попробовать на бегу попасть. Так, все плохо. Нет, подождите. Что, не пробиваю щиты, что ли? Понял. Берем эмбер. Да я попал, иди ты нафиг. Ну вот и все. Чего ты? Вот и все. Не попали. Взрыв, да. Взрывы все делают лучше. Взрывы и слоумо. Опыт странника. Я знаю, на кого мы сейчас его используем. Потратим, точнее. Не будем об этом забывать. Хоп, сразу повысить. Пожалуйста. 10 уровень. Слушка, как пробудить? Пробудить нужно еще один такой же персонаж, да? А возвысить. Необходимые материалы. Осколок бриллианта. Ветряная астра. И развитая маска. Понятно. У нас такого нет. Лучники сильны, когда хедшот ставишь. Режим пулемета так себе. А, понял. Надо хедшотить. Она такая высокая, кажется, наверху что-то есть. Dragon's
Отлоги дадут покой с остальной в мире боссов. Ух, я устала, но мы должны помочь Джин. Раньше мы могли поручиться за безопасность Манштата и его жителей. Благодаря Джин, конечно. Но сейчас, когда ужас бури напрямую атакует город, ветра изменили направление, мы должны поменять тактику. Неплохо сказано. Кстати, о хранителях четырех ветров. Если хочешь узнать побольше о нашей истории, лучше поговори с Лизой. Не то чтобы я не знала нашу историю, просто в смысле библиотекарь наверняка должен знать больше, чем простой скаут. Наверняка, да. Опыт искателя приключений, превосходная руда усиления. Я потратил все деньги на усиление. Так, у нас 12 уровня, это 14. Я думаю, мы еще можем усилить оружие. У них у всех там тройное. У нас денег уже нет на усиление-то. А, пробудить. Подожди-ка. А, ну 20-го. У нас только тройное осталось, да? Две 600. Нам не хватает. Ну ладно, пока ставим. Будем деньги собирать. Так. В мире и боссов, мобов. ГГ возвышает надо. Денег нет. А там не только денег нет, там еще какие-то ресурсы нужны, я так понимаю. Ну-ка вот, улучшить, возвысить. Еще ресурсы нужны. Зерно черного сидорита, хрупкие останки и шеврон рядового. То есть тут просто так не возвысить. И на улучшение денег нет, да. Выходим. Входим и выходим. Ранг приключений 6. Так, но если я все правильно понимаю, то мы еще можем сходить в этот, в город и получить награду. Никаких... А, вот что это такое. Новое. Что новое? Здесь что новое? А, вопрос. Потом пройду. Потом пройду и получу. Давайте, наверное, в город слетаем. Сюда, наверное. А, гильдия искателей приключений, да? Это которая Катерина, правильно? Давайте. Пропустил редактор профиля. Сейчас зайдем, посмотрим. Сходим, посмотрим. Так, где Катя-то у нас? Катя, привет. Замолчи. Награда ранга приключений. Меня волнует только награды. Катя ухода практически. Так, это 5-й. Собрать награды. И это 6-й. Собрать награды. Так, мы, наверное, не накопили, да, ни на чем. Магазин. Не накопили. Звездная пыль не накопили. Камни истока не накопили. Но у нас мы можем пить, наверное. Сколько мы получили этих? Наверное, нам не хватает еще двух, наверное, да? Шесть, надо два. Угу. Можем купить шесть таких, но мы же копим на нее, поэтому нужно еще два. Пара-пара-пам. Привет. Что с тобой происходит? Ты боишься? Не бойся. Так, F3. F3 я нажал, посмотрел. Правый верхний угол в окошке профиля. Правый верхний. Редактировать профиль. Так,
Сменить аватар. Сменить аватар. А, аватар только девочки, да, могут быть другие. Изменить карта. Какая карта? Что за карта? Я не могу еще ничего изменить. Правильно? Это ты за что-то в это получаешь. Понятно. Изменить ник не будем. Дата рождения. Я родился, помню, не зря, 5 ноября. И запах паракапа. Это наоборот, это 11. 5 ноября. День прощания. День, когда горят костры рябин. Текущая дата рождения установлена 5 ноября. Подтвердив изменения, вы больше не сможете менять свою дату рождения. Может быть, на ваше день рождения произойдет что-нибудь чудесное. Может быть. Изменить подпись, копировать. Какую подпись? О чем был вообще? Стенд персонажей. А зачем это надо? Ну, давайте сделаем, да? Так, сохранить. Витая бездна, именные карты. У меня их нет. Новый мир. Первый вход в игру. Окей. Те, кто у тебя есть. Ну, я понял. Ну, это как бы типа, ну, чё? А ну, чё такого-то? Ну, и всё. Ну, и всё. Инвентарь. Давайте посмотрим инвентарь. 60. А что за 21? Символ признания вольными ветрами города свободы. Прикольно. Так, артефакты все у нас надеты. Это 1000 очков опыта персонажа. Этот опыт пригодится даже тем, кто живет вдали от Тивайта. Хорошо. А яблок, шашлычок нетрадиционный, да? Всякие вкусности. Шишки. Ну, шишки, да, они вкусные. Там же в шишках семена, в семенах это масло. Шишки очень полезны. Если вы заблудились в тайге, и там мороз, снег, ветрище, и вам нечего кушать, соси шишку. И все, и там вот это вот масло семечек, оно будет благотворно влиять на твой организм. Сдохни или умри, чувак, ты чего? Так, ты тоже боишься, да? Не бойся. Я могу тебя и убить ведь. Будь аккуратным. Так, мы идем дальше. Шишки нужны для оладушек. Ананас на глаза нажми. Я нажму. Что это делаешь, что ли? Это радар. Это радар, который что-то делает. С помощью него мы можем что-то найти. Так, нам нужно встретиться испытание элементом. Это тентен. Это что? Это храм Сокола. Мы его проходили? Откроется на 12 ранге приключений. Наверное, мы его не проходили. Тут мне подсказывает. Метка. Не надо, спасибо. Ты уже вышел? Нет, еще не. Он закрыт. Понял. Что, настало время для интерактивной карты или еще нет? Давай так, что мне нравится? Такой подведем некий итог. Мне нравится комбинировать. Мне нравится переключать. Понимаю, что это пока еще, наверное, не развернулось в полной мере, но банально бить кого-то одним, переключаться на другой и херачить добивать интересно. Можешь открыть карту. Сейчас открою. Интерактивная карта Геншин, да? По поводу комбинирования мне интересно, мне нравится. Визуально сделано прикольно. То есть я не скажу, что я в восторге, но мне прям... Мне норм. Интерактивная карта. Дайте мне ссылку на эту интерактивную карту, пожалуйста. А, враги и другие... Ссылку. Это просто какие-то скрины, это не то. Промокоды. О, я нашел промокоды. Так, это официальный сайт. Важно учесть, что промокоды работают только для героев, достигших 10 ранга приключений. Понятно?
Нашел интерактивную карту, но у меня почему-то не выводит именно вот, блин, какое-то описание интерактивной карты. Я не могу найти... Так, а давайте это добавлю в закладки. Это я потом полистаю, посмотрю. Прям можно ли прям не рассказ о том, какая интерактивная карта офигительная. Можно мне, пожалуйста, прям интерактивную карту открыть? Спасибо, я ее нашел. Русский. Ух ты, ёб твою мать. Простите, пожалуйста. Что делать дальше? Вторник. Материал для вознесения талантов. Так, подожди, скрыть списки. Так, а я вообще где? Серега, я ничего не понимаю тут. Я как у Лапенко там. Где мой Серега? А, нет никакого Сереги. Отошли от машины. Так, у нас Манштадт находится в левом нижнем углу карты. Правильно, нет, Серег? Нет, я нашел, нашел, все, я нашел. Теперь я пытаюсь понять, как с ней вообще. Большая карта, слушка, да? Так, надо перейти на игру, посмотреть еще раз карту. Так, Эмбер, ну-ка завали-ка. Так, я не понимаю, где мы находимся. Манштадт, окей. Давайте я вам покажу, кстати, да, эту карту. Я думаю, я на YouTube скину ссылочку в описании на эту карту. Так, давай-ка запись экрана. Давайте посмотрим. Вот она, эта карта. Много лишнего. Можно уди, пожалуйста, вот это вот. Снизу лю. Лю юэ. Хорошо, снизу лю юэ. Спасибо. Где мы? Вот он, да? Это? Что там написано было? Телепорт, как называется? Где название? Багров. Так, вот эти все таблички давай берем. Артефакт, монстр, маршрут, сундук. Господи. Да. Что мы ищем? Выбрать все. Это какие-то диалоги на НД. Задание мира. А, задание. Смотрите, сколько заданий. Задание мира. Отметьте, как найденное. А, вот как это работает, да? Это надо разбираться. Это надо разбираться. Все, понятно. То есть есть чем заморочиться. Активности да много. А, come on, let's take a look. Типа, давай-давай, пойдем посмотрим, да, на лук. Пойдем выкопаем лук, она говорит. И в Лю-Юэ уже 40. Что? О чем мы разговариваем? Там 22. Чего? 22 активности? Точки интереса? Заползай. Оп. Бейку. Стоп. Ты псих у меня, а? Сырое мясо. Пожалуйста, уйду на маш. Так, мы пойдем сюда. Ебой. Прикольно. 22 задания мира. Понял тебя. О, говнина это, я тебя знаю. Ну-ка, иди сюда. Так, огонь, тухни давай. Слизь слайма. О, человек, иди сюда. Или мы с ним разговаривали? Глория? А, нет, это мы... Это я с той четки разговаривал с ним. У него девочка слепая там сидит. Насчет патрулирования. Я уже справился с кучей хилучурлов и слаймов. Но вот меньше их что-то не становится. В последнее время они стали попадаться все чаще, но к Манштадту я их не подпущу. Ведь моя возлюбленная Глория
Ничего, спасибо, что выслушал меня. Путешествуй осторожно, вот тебе немного моего опыта пребывания на дикой природе. Надеюсь, он тебе пригодится. Спасибо. Опыт странника 7. Бонсуа, Годвин. Прощай, Годвин. Ты был замечательным Годвином. Так, а тут что отмечено? А, вижу. Фея. Сейчас, подожди, я иду к тебе. Затвердевший. А нет, это Аминоку. Анимоку. Сходим в статую Дальних Ветров. Сейчас сходим, подожди. Я должен так делать или нет? О, это задание. Копье новичка, превосходная руда усиления, перо искателя приключений, совиное перо целителя. Отлично. Анимункул. Фея. Анимункул. Точно анимункул. Опа. Опа. Это надо куда-то надеть, да? Артефакты. Девонька. А, перо. Есть перо покруче, кстати. И свободное причем. Сила атаки 8, сила атаки 17. Пожалуйста, надень. Не выпендривайся. Так, Эмбер, Гамбит. Чё, тебе нечего надеть, что ли? Ты чё, молчишь? Сходим, купим сейчас. Нечего надеть. И ты тоже нечего. У тебя даже два раза нечего надеть. Ну, не надевай ничего. Меняй. 2 на Наэль. 2 на Наэль. Ты про это? Про перо? Гриб нашел. Тихо. Да, все, я молодец. Серег, скажи, ты видишь прогресс? Ты видишь развитие? Ты чувствуешь, что моя арка подходит к завершению? Там ублюдки стоят, да? Пойдемте их бить. А у вас есть что взорвать? Там нет? Я летел к тебе так красиво, говно. Чайничек целителя, вы подыскали приключения, серебряный лотос целителя. Я очень красиво летел, он меня ударил, мне прямо видно стало. Так, я мокрый, хорошо. Дождь пошел, да? Стоп, нет, готовить мы будем девочкой, да? Нужен костер. Говно вопрос. Извините. Вот тебе костер. Ищи, почему нет. Обидно. Больше урона. А, я думал просто поджечь его хотел, типа. О, костер загорелся. А тут чего? Загорелся. Пойдем готовить. Приготовить. Итак. Это у нас ХП, это воскрешалка. А сколько всего у нас их? Как посмотреть, сколько всего у нас? Это нужно, я понял, это нужно идти в Б и смотреть еду. У нас воскрешалок 10, да? Я правильно понимаю? 10, 5, то есть... Серег, есть смысл готовить что-нибудь? Из-за дождя. Я понял, что из-за дождя, и поэтому и поджег все еще раз. Мастерство. Цыпленок. Цыпленок. 20-24% от максимального ХП. Дополнительно восстанавливает 900-1500 ХП. Одну можем сделать. Подтвердить. Сахарка мало. Да, можем сделать. Это что такое? Шанс крита увеличивает. Воскрешает персонажа. Давайте по одной сделаем просто так. Чтобы было. Так. Быстрая готовка открыта. Хорошо.
А тут уже и быстрая готовка, да? Ты как не выбрал? А я кем стою-то? А, то есть я должен подходить Эмбер, потом еще... Подожди-ка, я понял тебя походу. Допустим, готовить. И вот здесь еще нажимать Эмбер, правильно? Вот так. Угу. А какой у нее бонус, кстати, к этому, я не понимаю. Что мы имеем, ставя Эмбер сюда? Идеально. У Эмбер есть стейк. У каждого перса свое блюдо. А, вот особое блюдо, да? Ну, давай. Одно. Только одно. Так, а если этот готовить? А если Наэль будет готовить? Ничего не изменится? Тоже быстрая готовка уже, да? Это мы уже умеем. Больше нечего приготовить-то, да? Ну и ладно. Повезло. Хорошо. Стейк скаута чемпиона. Особое блюдо Эмбер. Ну-ка, давайте посмотрим. Воскрешает персонажа и устанавливает ему 10% от максимального хп плюс 150 хп. А это устанавливает просто 150. Я понял, как это работает. Теперь я все понял. Так, а что такое? Развитие персонажа. Толстый слой слизи, покрывающий слаймы. Очень неприятный, тошнотворненько читается даже. Что там странного не происходит? Успокойся, хватит нагнетать, царица моя. Все норм. Так, вижу, вижу. Обломок железа. Ой, я случайно усилился, да? Защиту поставил себе. Зачем я сюда залез? Так, там есть телепорт, надо пойти забрать его. Ну, не забрать, а активировать. Я вижу сундук, мне кажется. Почему я не могу переключиться на гамбита? Восстанавливаем связь с сервером. Какая-то проблема. Опа. Странная странность. Анимонку собери тоже. А где он? А, ну я здесь был сегодня. Карточка на мини-карте. Угу. Ничего не вижу. А, понял, не вижу. Пошли. Господи. Ты уже убежал просто. Ну ладно, найду. Время есть. Тут мы зажигаем некоторые факелы, чтобы открыть некоторые сундуки. Блин. Я случайно нажимаю E вместо F. Мне почему-то собрать на E надо собирать, а не на F. Я поэтому вызвал эту девочку какую-то. Здесь поджог, здесь поджог, здесь поджог. Где не поджог?
А, вот. Превосходная руда усиления, боевая маска Берсерка, тупой меч первого искателя приключений. И это хорошая маска, мне кажется. А, это барон Зайчик. Так, защита 5,2. Ну, бери. Ну, ладно. Ну, как раз для всех получается этот артефакт, да, у нас есть. Так, корона, что ты? Надевай, пожалуйста. Нет, вот это надевай. Так, и гамбит у нас надевает последнюю вот эту вот фигню. Все, артефакты мы укомплектованы. У всех фигня, у всех все плохо, зато все укомплектовано. Всем по чуть-чуть, зато все поровну. Так, мы где? Еще раз. ГГ прям в кассу. Как раз нанесем урон. О, хорошо. Так, я это не активировал. А, можно же вот так поставить. Следить. Я слепой, что ли, вообще, да? А, ну наверху. Я понял. Восстанавливай свое здоровье. Обычный сундук. Все, я все сделал. Прыгай. А думаю, ты спрыгнешь, прям упадешь. Нет. Ладненько. Слушайте. Телепорт выше. Да. Я там я уже добрался. Круто. И упал. Все. Оп, выносливости больше нет. Трава светяшка. Название огонь. Кстати, как мне залезть и красиво смотреть вдаль. Вот так буду смотреть вдаль. Только не тобой, а вот ей. Переключение на персонажа еще недоступно. А почему? А вот потому. Давай ты вот так встанешь. Беги на квест. Нет, все, 2,5 часа. С лихвой. Учитывая то, что у меня уже 3 часа за спиной было. 3 часа. Потом еще 8 часов работа. Еще 3 часа. Отработано. Отработано по полной. Так, во-первых, Серег, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Я начал шарить. Я начал понимать. И мне начинает нравиться. Это твоя заслуга. Спасибо тебе большое. Так, я думаю, не последний раз так собираемся и играемся, да? Мы еще немножечко поиграемся. Все, кто будет смотреть запись на Твиче, либо запись на Ютубе, если вам нравится, богиня моя, смотрите, как мило. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, прожимайте колокольчик, переходите по ссылочкам в описании, забегайте на Твич, на Ютуб, подписывайтесь на Телегу, Инстаграм, Контакт, забегайте везде. В Телегу пишите ваши пожелания, ваши какие-то мысли, предложения, в комментариях то же самое. Ваша активность... Никогда не перебивай меня, тебе жопу напарю. Вас это не касается. Ваша активность — это вот самое то, что нужно для канала. Ваша активность, и я продолжаю работать с удвоенной силой. Айди, скину. Серег, сейчас я все закончу, и я тебе, и мы с тобой еще пообщаемся. Короче, да все, не забывайте подписываться на канал Артель Дики, ссылочки тоже есть в описании на Ютубе. Тоже ежедневные стримы, интересно, весело, здорово. Все, а на этом я говорю вам пока-пока и пытаюсь закончить стрим. Ты уже списал. Отличненько. Все, ладненько. Всем пока-пока.